Велоквест представляет собой маршрут с заданиями. Каждой команде, а их собралось 15 по 3 человека, выдана схема движения, которая пролегает по территории парка. На пути было 10 станций, на каждой из которых участнику необходимо выполнить 2 задания. Каждое выполненное задание приносило очки команде. Победитель определялся по сумме набранных баллов. В общем, у нас велоквест – это мероприятие, которое проводится в рамках празднования Дня молодежи в Республике Тыва, то есть неделя молодежи проводится с 21 июня по 27 июня. Мы решили провести велоквест, потому что считаем, что для молодежи нужен активный отдых, помимо вот работы, учебы. Велоквест проводится в Туве впервые. Велосипедисты с радостью приняли участие в нем. Организаторы намерены такие соревнования сделать постоянными. Приехали поддержать эту акцию, показать пример, скажем так, молодежи. Собрались именно старшие участники, вот, собрал наших уже как бы давнешних велорайдеров, велосипедистов. Вот, и хотим сейчас поучаствовать, поддержать акцию. В итоге первое место заняла команда «Велорайдеры Госохотнадзор», второе – команда «Умелые ножки» Минобразования Тувы, и третье по количеству набранных баллов стала команда «Адреналин» Министерства связи и информатизации Республики. Денис Трухневич, Алексей Филиппов, Илья Сапун, «Новый век».